Добрый день, дорогие друзья! Я открываю второй выпуск телеканала «От печки». И сегодня мы приступим к конкретной работе этого телеканала. Телеканал я открыл для того, чтобы как разговаривать с вами, так и комментировать события, которые нас с вами окружают и которые мы с вами видим. Сегодня я хотел бы коротко сказать о том, что увидел вчера на канале «Россия-1». Поединок, передача, ведущий Соловьев, где состоялся спор Гельмана с протереем Всеволодом Чаплиным. И комментарий мой будет достаточно короткий. Гельман абсолютно понятно, что ведет самую настоящую разрушительную культурную, антикультурную деятельность. Его культура, которую он предлагает, это культура хаоса, это культура безобразия, культура того всего низменного, что бы можно было себе только представить. Опуская человека в эту яму, которую он предполагает, что это культура, Гельман сам поднимается в своем пиаре, в своем рекламе, в саморекламе на ту антивысоту, которую он и хочет достигнуть. Но мне абсолютно непонятно, зачем Всеволод Чаплин пошел навстречу с этой антикультурой. Копаться в этой культуре или разбираться в этой культуре, да еще слышать упреки от этой культуры, это, на мой взгляд, более чем стыдно. И уж пытаться рядом с этим человеком высказать свои взгляды и каким-то образом прорекламировать, что ли, православие, это вообще недопустимая вещь. Поэтому я думаю, что это очередная огромная ошибка, которую допускает Всеволод Чаплин. И думая, что таким образом он привлекает к людей, к православию, он таким образом теряет все больше и больше количества тех думающих людей, которые хотели быть на стороне православия. Мы видели этот же самый практический спор на НТВ, когда против него выступила Волочкова, где он категорически проиграл эту ссору, этот базар, который был там устроен. И точно так же здесь, выиграв, он на самом деле больше проиграл, чем выиграл. Потому что на базаре в споре выиграть невозможно. Базар всегда и есть базар. И опускаясь в эту культуру, со своей культурой, ты ни свою культуру не поднимаешь, и ту культуру никаким образом, культуру Гельмана, не раздражаешь. Это ее позиция, это ее желание, чтобы все в эту грязь были втянуты. И наше втягивание в эту грязь, вступление в отношения с этой культурой, оно все время будет заляпано этой грязью. Раз уж мы пошли в свое время по одной линии, что такое их культура, которая рубит топорами наши иконы, которая выставляет человечество в виде мерзких тварей, которые способны на всякие низости, то и надо стоять на этой линии. Идти на соприкосновение, тем более выслушать упреки, еще оправдываться за эти упреки перед этой культурой, конечно, не достойно ни православного, ни тем более не сотрудника патриархии. Спасибо за внимание. Не могу давать большие комментарии, большие записи, потому что интернет у меня слабенький. Эта запись прокачается долго, и другие будут примерно такого же маленького, коротенького свойства. Спасибо, дорогие друзья, что посмотрели.